Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталі Гнатенко. Добрий день. Сегодня в Гомель прибыла делегация провинции Цяньсу Китайской Народной Республики. Перш за все, гости встретились со старшиной Гомельского облвыканкама Владимиром Дворником. Подробности диалога у материале Ганны Ковалевой. Литерально у конце этой весны делегация провинции Цяньсу Китайской Народной Республики приняла удел в Гомельском экономическом форуме и наведала международную выставу «Весна» у Гомеля. Подчас же этого визита перемовы продолжились, а баки шукали новые платформы супрацовництва. Разом с тем партнеры выказали рашучесть зарабить упевненные кроки на шляху до выполнения тех протоколов, которые были затверджены ранее. Нагадаем, до этого отбылось уже несколько совместных диалогов, как на китайской, так и на белорусской земле. Пылные домовленности были достигнуты еще на уровне двух президентов. И уже сегодня Китайская Народная Республика разглядывает Беларусь как значного стратегического партнера. Китай дружит с Беларусью. Между государствами очень хорошие отношения. Нам надо стараться налаживать более тесное экономическое сотрудничество по линии торговли и бизнеса. У программе визиту китайской делегации наведывание свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Гостям расскажут об льготах, которые существуют у СЭС, и на прикладе некоторых предприемств продемонстрируют свои достижения. На встрече означено, что любое деловое начинание китайских бизнес-партнеров знайдет усебаковую поддержку местных органов улады. Главной же метой такого сотрудничества у первую чергу станет поляпшение добробыту жихару або двух регионов. Я вижу, что вот эти чаще уже встречи с китайскими партнерами, они стали намного чаще мы встречаться. И на земле китайской, и сюда они чаще стали приезжать. То есть чувствуется уже заинтересованность. И мы надеемся, что будем открывать новое предприятие, в том числе с участием китайского капитала. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Работа выборчих комиссий по выборах депутата у Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания будет максимально открытой и прозрыстой. Про это старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина заявила сегодня у Гомеле. Подчас семинара в учебе членов округовых выборкамов региона, который проходил у областным выконавчим комитете, Лидия Ярмошина становча оценила работу по створению округовых и областной выборчих комиссий у Гомельской области. Она означала, что Гомельщина традиционно уходит у лик лидеров по якости организации выборов. Так само старшиня Центра выборкама нагадала, что важная задача зараз – сформировать участковые выборчие комиссии. В соответствии с законодательством яны повинны быть утворены не позднее за 27 липня. Максимально комиссия может включать 19 членов, минимально 5. Лидия Ярмошина так само нагадала про обещание, даденное международным наглядальным структурам по открытости будущих выборов, и огучила несколько новых норм по их проведению. Мы создали в наших рекомендациях некие положения, которые отсутствуют в законе. Например, открытость процесса подсчета голосов. Это возможность присутствия наблюдателей не только во время проведения голосования и на заседаниях комиссий, ну и, например, во время такой процедуры, которая всегда была такой, как бы корпоративной весьма, например, процедуре передачи протоколов от участковых комиссий окружным избирательным комиссиям. Тройчи лепшая. Триумфальная перемога у республиканском конкурсе по створению сприяльного бизнес-климату досталась Гомельской области, городу над Сожем и Октябрьскому району. Причем мероприемство было проведено не министерствами, как это звычайно отбывается, а предпринимательскими структурами. Инициатором конкурса стал Союз юридичных особ, Республиканская конфедерация предпринимательства, разом с региональными и галиновыми бизнес-ассоциациями при поддержке Минэкономики Беларуси. Нагадаю, мероприемство штогодовое проводится с 2008 года. Его мета – вызначение областей, районов и городов, где створены наиболее оптимальные умовы для ведения бизнесу. Журы оценивала и колькость иснующих субъектов малого и среднего бизнеса, и объемы промысловой вытворчести, и сумму податков, якая трапляет от их деятельности в бюджет. За прошедшую пятилетку доля малого и среднего предпринимательства в бюджете области увеличилась с 11 до 23%. Я считаю, что это достаточно серьезный прорыв в нашей динамично развивающейся промышленной области. В Гомельской области объем промышленного производства от всей республики составляет больше 20%. И если вот из всего этого объема хотя бы 5-7% занимают предприниматели, для нас это очень знаково. Дальше, согласно сусветной статистике, только
только одно из 4 предприятий приватного бизнеса протягивает свою деятельность раз в год. У нас же каждое другое альбо 50%, а в Октябрьском районе навод 70%. И совсем не тому, что бизнесом заниматься легко. Как раз наоборот. Великая колькость документов и узгоднений уже на першопочатковом этапе отсеивая значную колькость претендентов. Застаются больше мощные, одукованные и упевненные в своих силах. Вот поверьте мне, бизнесмены ни одной страны полностью недовольны и не говорят, что в нашей стране очень легко вести бизнес. Скажем, опять-таки, это надо принять как аксиому бизнес вести. Это очень тяжелый труд. Не случайно на этот труд способны 5% всего населения, это тоже официальная статистика, но, наверное, это вообще вести. А успешно вести, это, наверное, 5% от тех 5%. И коли ранее основало меркование, что предпринимательство – легкий хлеб, худкие гроши, спекуляции и так далее, то зараз есть докладное разумение, что поспеховый бизнесмен – у первую шаргу высокоадукованный, смелый и отказный человек. На сегодняшний день мне очень отрадно, что закончилось обывательское мнение о том, что предприниматель – это малиновый пиджак, золотая цепочка и новый русский или новый белорусский. На сегодняшний день предприниматель – это высокообразованный человек, у которого как минимум 2 образования, как минимум еще и бизнес-школа IBM и куча других образований, но это люди, которые принимают на себя риски. Они занимают нишу. Посмотрите, пожалуйста, на наши технопарки, посмотрите на наших айтишников, посмотрите на наших производственников. Они никогда не плачут, никогда не говорят о том, что тяжело или плохо. Они выбрали этот путь и по нему идут. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Актуальное питание этноконфессиональной сферы у Гомельской области обмерковали у Турове. Там отбылось посяджение коллегии, аппарата уполноваженного по справах религии и национальностей. Подробности у репортажа Максима Савина. Этноконфессиональную обстановку у Гомельской области характеризуют как спокойную. На территории региона зарегистрировано 418 религийных организаций, 16 конфессий и напрямков. Самое великое представительство мае Белорусская православная церква, потом идея римско-католицкая. Мясцовые улады працуют над тем, как усе находились в ровных умовах для ожыццяўлення своей деятельности. При этом уважливо сочить за тем, как религийные организации не порушали законы. Такие выпадки регистрируются. Каб их колькость поменьшилась, ведут активную тлумачальную работу. Сустракаются с представниками религийных организаций. При тех законодательных актах, которые сегодня действуют на территории Республики Беларусь, если священники имеют гражданство другой страны, то пребывая на территории Республики Беларусь, и они хотят проводить именно религиозную деятельность, то, конечно же, они должны получить специальное согласование аппарата уполномоченных. И у нас были некоторые проблемы в этом плане в Гомельской области, но сегодня я могу со всей ответственностью сказать, что буквально все священнослужители всех конфессий, которые у нас сегодня работают, имеют специальное разрешение. Религийные и этничные суперечности – причина возникновения большинства у тем лику и военных конфликтов у свете. А тому к этому питанию в нашей стране надается великая увага. Бо в Беларуси проживают представники 141 национальности, дейничает 26 религийных конфессий и напрямков. Стабильность, якая існує зараз, это выник проведения державы узваженной политики в этой сфере. И конфликты на глебе национальных и религийных суперечностей в Беларуси при такой этноконфессиональной строкатости не погрожают. На территории республики проживают люди 141 национальности, тире граждане Республики Беларусь. То есть все равноправные граждане Республики Беларусь. Вот это, я считаю, основа той политики, которая проводится и которая неуклонно выполняется на всех уровнях власти, вплоть до главы государства. Я нигде не слышал, сколько бываю на местах, проводя различные мероприятия, или когда участвую в различных мероприятиях, заседаниях райисполкомов, горосполкомов, облсполкомов, я нигде не слышал, и встречаюсь, кстати, с рядовыми прихожанами, чтобы люди жаловались, что им некомфортно у нас в стране из-за такой-то религии, что их религию ущемляют, или того, что они принадлежат к национальным меньшинствам, что им некомфортно, потому что они люди там какого-то национального меньшинства. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель» с Турова.
Гэтая, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтернеце по адресе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры.